Привет всем, hi guys. Ну, было там желание у людей посмотреть, как вот это вот статики сработает, состав на перхлорате аммония. Ну, сейчас попробуем это сделать. Сейчас установлю электрозапал. Сейчас, секунду, возьму электрозапал. Вот инициатор. Сейчас мы туда его ставим. Так, ну, инициатор я вставил. Сейчас иду к аккумулятору. Провод протянут уже. Ну и запустим. 3, 2, 1. Сопла выбило. Ну, сопла на месте, оказывается. Выбило я здесь, если честно, сделал очень плохую заглушку. Сопла отработала отлично. И крепление сопла все выдержало здесь. Выбило дно. Заглушка была очень такая фиговенькая у меня. Но ничего, та ракета, которая у меня готовится к старту, там сделано все по уму. И будет все отлично.